Отсюда начинало гореть из-за ветра, а может, не из-за ветра, может быть, несколько очагов подпало было, потому что с разных концов леса вспышки, пожарные бегают, молодцы, но, конечно, одной машины на большой участок они, конечно, устанут. Он с лопатой бежит. Давай лопаты. Есть еще лопата? Лопата? Да нет, одна. Вы не переживайте, сейчас мы будем протягивать сюда рукава и бежать выше. Вы пока сядете, давай мы хоть локально чуть-чуть. Это все из-под земли, из-за ветра. Очередные вспышки, хоть даже тушишь их лопатами, всем остальным, оно из-за ветра начинает опять разгораться. Если видите, все опять начинает гореть. Интересно, почему тут третий раз, видите, все третий раз подряд этот участок подвергается подпалу.